Дорогие друзья, всем привет, мои дорогие друзья, мы сегодня будем снимать видео выживание в Майнкрафте. Это моя, это мир случайно, его создал, удалить, создать мир, выживание, нормально, создать, вот, как мы в прошлом ролике, как мы скачали, Майнкрафт, да, как мы скачали, да, вот мы сейчас на острове, здесь никого нет, тут обычный остров, вот мы сейчас выживание должны что-то добиться, еды нет, живых нет, это очень странно, хорошо, мы сейчас как-то добавим чуть-чуть это, если найдем какую-то животную, надо нам сделать первый дом. Ну, как всегда, конечно, дерево самое первое в Майнкрафте. Мы сейчас должны добраться. Мы, может быть, сделаем дом, ну, на дереве. Ну, конечно, не сейчас. Здесь я думаю, как будет классно потом. Должно быть здесь яблоко. Надо искать яблоко. Так, уже не закончили. Так, 11, так что-то еще осталось, что-то еще. И думаю, что тогда надо. Вот оно. Добываем, добываем. И так хочется скачать какие-то текстуры. Да, только будет очень сложно. Не могу снять видео. Очень долго ждать. Всё, у нас есть 15, нужно еще посадить. Так, еще там есть что-то одно. Так, вот они еще больше нет, закончили. Сейчас поищем, есть какое-то животное, конечно. О, наконец-то, наконец-то свинья. Свинина. Сейчас так. Это создаем дерево, дерево, дерево. Вот так. Стоим один. Так. Мы сделаем дом. Прямо на каком-то острове. Только мы, конечно, будем уходить отсюда. Да, 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 конечно, конечно, уходить. Где-то выживание. Такие. Так, на что он будет? Ну, давайте сделаем больше. Первый дом должен быть нормальный. Могли что-то хотя бы делать, жить, выживать. Сейчас пойдем? Нет. Нет. Так, надо что-то все убрать. Просто убрать. Давай, пока не сама ночь. Так, я думала, здесь будет легко выживать. Или сложно, нету ни зверей, ничего. Это свинья нам не хватит. Нам нужно еще добывать кучу вещей. Как вы знаете. Говорят, что можно, я тоже хочу, ну, выживание в реальном мире, в жизни, в Майнкрафте, это еще круче, потому что у нас еще не можем делать ни верстак, ничего невозможно своими руками. Ну да, дорогие ребята, это первая серия выживания в Майнкрафте, как я играю. Если вы хотите... ну, сделать какую-то историю сам или с другом, ну, если вы захочете, поставьте, должны набрать максимум где-то 50 лайков, мы можем играть с другом, если вы, если вы хотите сделать историю, на комментарии поставьте, конечно, в комментариях сделаю историю вам. Выживание, ссоры, выживание. И если хотите страшное, скажите, еще без проблем. Да, это будет долго делаться. Ну, для вас все можно. Для вас все возможно. О! Если мы сейчас можем посадить что-то. Посадим. Так.
надо сделать еще пещеру, чтобы снизить свинину. Нужно несколько зеркальных. Так, это все. Вот. Вот так. Вы говорите, почему у меня эти кнопки маленькие, потому что я их так люблю. Только так я могу играть. Так, еще здесь вот остался. Так, чтобы не упасть, это самое главное. Если вы хотите скачать какую-то карту, ну и пройти, скажите это. Конечно, сразу это сделаю. Скачаю какую-то карту, где выживать. Вот. Так что надо, но пока. Вот здесь я правда тоже. Вот это расстояние. Вот так, аккуратно. Так. Вот все. Вот так можно уже делать дом. Вот. Все. Начинаем маленьким дом. Не первый дом. Так. 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 Первый дом. Конечно, будет надо все делать быстро, пока не пришли монстры. Зомби, апокалипсис начнется. Я не знаю, насчет поставить зомби, мы же выживаем. Конечно, ну даже какие-то пауки, ну, змеи такие. Если такого было. Ну, было класс. Просто класс. Так, наш первый дом почти готов. Так, надо защитить. Блин, я думаю, что я сейчас в креатив. Так, хотя бы, чтобы монстры не могли залезть ко мне. Вот здесь какой-то песочный остров. Я думаю, скачать какую-то карту. Это будет класс, карту Титаника. Вот, если хотите, тоже могу скачать карту Титаника. Только, ну, конечно, я могу... Как вы хотите, только надо лайки, сабскрайб. Вот так. Так. Так, пока-пока. Пока. Вот так будем все делать. Да, мои дорогие друзья. Нет. Так, нужно дерево. Тоже надо дерево. Сами. Быстро. Быстро. Думаю, нету места. Привет, хороший ты. Привет, быть моим другом. Хорошо. Потом только. Не надо его убивать, чтобы, ну. Так, пока закроем грязью. Понимаю, теперь выживать это очень сложно. Так, раз. Два блока надо оставить для выживания. Так. Так, верстак надо поставить. Вот так. И, конечно, потом, когда придет ночь, мы это все закроем. Так, мы сейчас будем копать вниз. Что-то найти хотя бы. Здесь наша первая пещера будет. Ну, просто так, хотя бы. Не, закроем. Просто его закроем. И здесь, конечно, здесь будет пространство. Туда наши дома. Потом будет богатый в Майнкрафте. Да. Мы сейчас пойдем убьем эту свинину. Поедим ее. Нет. Если вы знаете, где придумают Майнкрафт, подожди, мой хороший. Я тебя люблю. Но вижу свинин. Нельзя, ты плохой, ты ешь грязь. О, ну ты такая, почему ты такая чистая, а? Ты никто не кормил? Почему ты не такая тяжелая? О, наконец-то свинины. У нас сейчас пока есть камень из песка. Ну, видите, какой камень вот такой, из песка. Ой, блин, мы застряли. Мы просто застряли. Нет. На Майнкрафте мы никогда не застрянем. Блин, мне так хочется играть в выживание онлайн. Мультиплеер.
все нормально. Вот все. Начинается ночь. Ой, душа. Что странно у нас так. Сейчас заходим домой. Да, дорогие друзья. Мы сейчас посмотрим, что можно сделать. Так, выживание, конечно, нормально. Угу. Конечно. А странно, почему у нас так, тебя окно сделал. Такое сверху был свет. Вот мы будем стоять вот здесь. Сейчас ничего не можем сделать подобного. Да, это была первая серия, мои дорогие друзья. Не забудьте поставить лайки, подписаться на мой канал. Ну, конечно. Если кто-то хочет играть со мной в эту версию, скажите. Ну, конечно, скажите это. Скачайте мультиплеер в следующей серии. Мы это сделаем. Покажу, как вы можете. Я создал свой мир. Кто-то может прийти, можно играть. Если кто-то хочет играть со мной, без проблем. Скажите ваш аккаунт в комментариях. Ну, конечно. Аккаунт, как вас зовут. Ну что, вы зашли на мой аккаунт. Как я скажу, как меня зовут в Майнкрафте. Какой у меня аккаунт. Всем пока. Всем пока. Подписаться на мой канал и лайки.